преддверии новогодних праздников везде, особенно в магазинах и общественных местах, появляются елки и праздничные декорации. Но не только дизайн интерьеров меняется. Зачастую меняется также и упаковка. Если ваша упаковка еще не приобрела праздничное оформление, вот несколько причин, почему это упущение нужно исправить. Все это делают. Конечно, вы можете сказать, что мы не все и вовсе не обязаны следовать за толпой, но в таком случае вы не только не следуете за толпой, но и остаетесь далеко позади конкуренции. Новый год – это особенный для нас праздник. В преддверии него все буквально дышит праздничной атмосферой. Выбирая между двумя похожими продуктами, какой вариант вы выберете – праздничный или обычный? Такая упаковка выглядит привлекательно и вызывает эмоции. Положительные эмоции от использования продукта и контакта с упаковкой – это самое главное, что может создать ваша компания у покупателей. Праздничная упаковка как нельзя лучше для этого подходит. Если в течение всего года дизайн вашей продукции не подразумевает никаких веселых картинок, то именно на празднике можно дать волю идеям, предложив праздничный дизайн, который может быть даже с юмором. При этом покупатели наверняка с теплом к нему отнесутся. Помогают увеличить продажи. Импульсивные покупки совершаются куда чаще, если ваш продукт ассоциируется с праздниками и дарит праздничную атмосферу. Если вы заметили, что во время праздников ваши продажи не увеличиваются, то это сигнал, что пора подумать о праздничной сезонной упаковке. Подчеркивает индивидуальность. Хотите впечатлить вашего покупателя и выделить ваш продукт на полке? Создайте уникальный дизайн упаковки. Праздничный период позволяет сделать это ярко и необычно. Покажите вашим постоянным и индивидуальным покупателям ваш истинный характер. Помните, что покупатели больше доверяют брендам, которые ближе всего к ним, которые похожи скорее на доброго друга, чем на корпорацию безликих бизнес-акул. Именно в это время и именно в новой праздничной упаковке так легко ввести на рынок новый продукт или новую линию. Причем они могут быть как сезонные, так и постоянные. Яркая упаковка привлечет внимание, новинка заинтересует покупателя, потому что именно в этот период мы склонны покупать что-то новенькое. В следующем году будет еще много других праздников. Не теряйте времени, подумайте о дизайне вашего продукта. А компания Brand Creation поможет вам создать у ваших покупателей праздничное настроение и только самые позитивные эмоции при контакте с вашим продуктом.